Ну, вот подключают, привозят две коробки. Ну. Вот. Один под телевизор, а вторая коробка идет под интернет. Ну, цифровое телевидение. Ну. Вот в этих коробках они ставят вот эти вот раньше, ну вот эти вот как они, вставляешь диски раньше наши сандеповские и включаешь вот эти три. А там и эти включаешь, еще две этих напротив, ну телевидение и интернет. Один в одном называется, комплект один, но один в одном. Так это что, коробочки, что коробочки. Это? Коробочки. Там идет вот эта вот черненькая такая, я не помню как она название. И с антенками идет. С антенками это вот этот интернет, а просто это телевидение. Так это провайдер какой-то или кто? Кто его знает, я так и не понимаю. Это компания какая-то, что это? Ну этот, как его, Ростелеком. О. Да. Так а принцип действия-то у них какой? Нет, ну принцип в том, что хорошо показывает. А так вот, если убрать вот этот вот телевизор, на 3-4 программы все. Нет? Вот, здесь не берет. Не да. То есть с применением этих коробочек да, Ростелеком да. шагает впереди планеты всей. Да. Особенно а, здесь. Да, а сейчас подожди. Есть. Извините, перебью. Ты с нами в день рождения. Так что, вам уже предлагали эту рекламу Ростелеком? Мне уже ее поставили. Мне надо включить интернет. Так вам же поставили эти коробочки. Поставили эти коробочки. Но я когда ездила, они говорят, мы вам отключим интернет. И протянут просто антенну. Телевизионную. А тогда коробочки зачем вам? Ну как зачем? Аппаратуру в чем они привезли? Вот в этих коробочках. Тогда я вообще ничего не понял. Зачем две коробочки, чтобы было телевидение? Ну, я объяснить не знаю, как объяснить. Интерактивное телевидение идет такое вот. Да, идет вот эта черненькая идет. И с антенками белая. С антенка это Wi-Fi. Да. Вот что у вас висит, роутер этот. Да, у меня вообще дома Ростелеком такая. И приставка к телевидению. Да, черненькая приставка, а это вот. Декодер, он по-моему, называется. Я вот ездила уже, да, на Дикопольцево 10, да? Ну это где Платинум Арена. Я им говорю, вы мне выключите интернет. А мы они мне его опять врубают. Ты его никогда не ложила. Понимаете? Так они вам бесплатно его включают, так это ж хорошо. Вот такая вот эта. А где бесплатно? Ни хрена, я заплатила 866 рублей. А я им вообще не пользуюсь. Так никогда. Вы же еще кабельным телевидением, получается, пользуетесь за эту цену. Вот, да? Так это ж бесплатно почти. Но установка бесплатная.